пацаны, что-то я очкую. Тут, короче, дальше ледник, все. Нас осталось двое. Собрались на Эльбрус покататься, съездить. Собираем шмотки и в понедельник сруливаем. Что, давай их замотаем. Да, блядь, сумку. Улюк, пустая сумка, положи его, блядь. Давай мою сумку туда положим. Ха-ха, давай на его сумку, прям твою сумку. Ну, я и говорю. Она, блядь? А что нет? Ёпта, блядь, она у тебя вообще ничего не весит. Ну, а сколько возьми? Сколько, двадцатка будет, блядь? Двадцатка. У тебя будет, наверное. Давай. Килограмм 18, наверное, но двадцатка точно будет. Ну, пройду, наверное, да? Да я ж что наплачу? А что там наложу? Ботинки. Потом литруха там. Ботинки, три пары, тапочки, да? Литруха. А литруха? Литруха? А? Запивка. Да у него жижа есть, нахуй распечатаешь, ебать. Нет, чему? Жижу можно в багаж. Это багаж можно. Ручную кладь нельзя. Да. Че, погнали? Ну нет, подожди. Погнали. Чисто человек. Все, на всю дорогу. Не надо. Давай сфоткаем, сфоткаем. Давай, давай. Бальзам, наша реклама, плюс вам также на отдых антисептик, но вот без воды рассказывать не буду, думаю, все знают, да? Да. Обеды, перекусы, почистить ручки, бывают посторонние запахи. Внешности сегодня не 720, а для вас всего лишь 3500 России. Все остальное вам компания оплатила, что у вас только 3500 за парфюм уже со скидкой 50%. Все остальное вам в подарок. И вот ваша карта. С вами бесплатная доставка. Я вам чек выпишу на 3500. У вас наличные, без наличных. Давай сниму я приезд, я украду на 8 марта. Мы пойдем с тобой на лыжах кататься. Я у тебя все куплю. Ну ладно. Давай, твое здоровье. Давай. У нас ведущий, ведущий бригада. Илюх, ты готов лететь? Да. Не боишься? Серег, ты не боишься лететь? Да не, а что бояться ты? Давай. Сел туда, зашел и все, пиздарик. Володь, пацаны, что-то я очкую. Здравствуйте. 24 цепа, справа. Салам алейкум. Алейкум салам. Постоим, пойдем. Илюх, время 8, погнали гонять. Илюх, погнали гонять. Да охуеть, я заебался под эту хуйню спать, блядь. А снега-то нету? О, щет, снега нету. Где снега-то нет был? Вообще нигде. Парни, ковры постелили, блин, мажоры. Че, вы не поедете кататься, Юр? Блин, да? Вот чугец справа, да? Нет. Чугец с другой стороны вообще.
Чигет, он такой, знаешь, с виду не сказать, что он крутой. Сейчас пойдем посмотрим. За окном горы. Вот по прямой прям вершина Эльбруса. Такая белая, снежная. На Эльбрусе есть снег, это хорошо. Тут наша комната. Две кровати, балкончик. Соседняя комната. Толчок, душевая кабинка. Какую? Я вчера сказал, самые первые должны приехать, взять кипасы и по целине гонять. Закидываем? Да. Нормально грузимся на Эльбрус. Что, 1950 до самого верха, да, на весь день? Да. Первый подъем наш на первую станцию. Вообще. Как впечатление? Вообще отлично, суперское просто. Впечатление супер. До самого верха сейчас едем, да. Падаем на снегоходы, едем вообще до скал Пастуховых. И оттуда желательно пешком по максимуму прогуляться, прям до ледника дойдем. И оттуда, ну, либо пешочком спустимся, если будет, а если будет нормально снег, поедем на доске, соответственно. Прямое включение с высоты примерно 3500, да? Последнюю очередь мы едем уже. Вот такие виды открываются отсюда просто. Дышать нечем. Я просто пухну. Вот где трассы офигенные, да, просто целина. Да. Вот две вершины Эльбруса. Ёкала мене, а откуда тут ехать-то? Чё, блядь? Не ссы, Юр, трасса-то вон там. Где? За углом. За углом, блядь. Пойдем узнаем, довезут ли нас до верха. Сколько это стоит вообще? 800, да? Если выше приюта, то 800. Если до приюта, то 500. Ну поедем сейчас, мы полюбуемся, ладно, и поедем. Ну чё? Чё-то тяжело. Да, виды вообще просто. Аж дух захватывает. Что-то неплохо затянуло, да? Что, он не тянет? Вообще не тянет. Что, а тут на лыжах? Да ладно. Да. Что, не, нормально. Тут, короче, дальше ледник, все. Просто лед. Пойдемте, короче, пофоткаемся вот туда. Тяжело идти, Вов. Ну а что делать, Юр? Валер, только не соскользни, иди вот здесь, вот где камни. Тихо, все, стопэ. Голова кружится. А, блин, о, тут мясо. Зафиксируйтесь, блин, у меня голова кружится, вообще невозможно. Там вообще лед просто. Он голубой, прям видно, вот он. Офигенно, Валер, как? Вован, это вообще не забываем впечатление. Фига ты забрался. Парни, ну что, как впечатление на скалах вообще, Пастухова? Вообще, просто я не ожидал. Володь, вообще, Петя, привет, не могу тебе видео послать. Вообще суперски, только дышать тяжело. Виды просто.
Сейчас доски одеваем и вниз прям. Тю-ху-ху-ху. Офигенно. Надо потихоньку акклиматизацию, не рвать когти не надо, правильно? Вау! Бомба, да? Просто бомба, сила! Бомба, вообще. Вообще, Валера! Незабываемо! Смотри, сколько целины, ее просто не обкатать никогда! О, орлы летят, слышишь? Где? Покажи. Ух ты, точно! Короче, мы решили оставить доски здесь, и он на той ванне поехать вниз. Как настоящие Crazy Frog, да? Да. Ладно, шутка. Погнали. Да, круто мы дали. Вообще. Вот прям... Прямо оттуда. Этот склон? Прямо оттуда, смотри. Метров, ну если с самого верха. Я, блядь, чуть очки нахуй там не оставил, ебать его в рот. Смотри, это бомба. Петя, для тебя съемка нахуй. В таких очках можно ездить, но только опасно. Если воткнешься в снег, они могут тебя нахуй на лице прилипнуть там. Не, ништяк. После первого спуска надо попить жиду с облепихой. Пойдем. Пойдем посмотрим, что там. Как качан? Я вообще хач, называется хач. Качан. Хачан картофельный с сыром, вообще это бомба. И чай облепиху, да, поднимает на настроюху. Но я вам не скажу, почему я поднял на настроюху. Я в стане от Вована выпил немножко глинтвейна. Вообще бомба. Погнали, Валя? Погнали. У меня доска воткнулась, не могу вытащить. Погоди, ты меня просто руками подними. О, сейчас, заебись.
Бля, это бомба, я ебал, первый раз в горах. Я не уеду нахуй отсюда. Я тоже не хочу уезжать. Вот эти склоны, это северная часть Чигета. Это смертельная гора. Просто реально смертельная. Ну все, я сегодня катался, я сделал 4 спуска, и я очень устал, я сказал бы. Вован, давай, может, баньку сегодня заорганизуем? Баньку хорошо. Блядь, охуенно, блядь, Вован. Я вот смотрю, приезжают, они как меня так волнуют, так, блядь, вообще. Мотка, мы как же этой мотки. Доска была просто полированная, прикинь, я ее вот перед выездом прям полировал. Первый день катания. Там проплески есть с краю. Вот и накатались, я устал. Фух, все, сушим доски, пойдем помоем сюда сейчас, сполоснемся. Попарились в баньке, прикольно. Вован Владимирский с нами. Попали. Жулик Владимирский, готовит по натуре. Серега, как банька, парни? Вообще отличная. Ничего. Бассейн холодный-холодный. Илюх, покажи. А, жарища. В общем, банька в горах вообще рулит. Вообще. И, кстати, банька недорогая. Да, бильярд еще круто поиграть. Банька недорогая. Что-то 1200 час стоит, да? Да, 2400 мы отдали. За 2 часа попарились вообще с души. Да, веничек не может. Второй день на Эльбрусе. Илюха, короче, отказался ехать, да? Все тело болит? Не спина болит. Илюх не поедет, после обеда, наверное, подтянется. Я всю ночь трубу чинил, короче, не выспался. Вот такую фигню сделал. Она трещала, я не знаю почему, короче. Вид за окном вообще офигенный. Погода офигенная. Сейчас, короче, беру борт, завтракаю и на гору. Тоже все побаливает, но вроде терпимо кататься можно. Погнали. Тапки, а где свет? Так, берем инвентарь. Отлично, все сухое. Второй день покатушек, и нас осталось двое. С нами Вован. На жестких хорошо, на модных, на подготовленных склонах. На фрирейдных. Блин, очередь. Да горенького нету. Подъемники только открываются. Сейчас побыстрее подъемнички еду чистить. Два раза. Да, я нормально. В зависимости от народу, они быстрее.
Поехали. Ну что, Валер, готов еще раз? Что-то я очкую, но может поеду. Встретили Денчика. Денчик нас сейчас на ледник поведет. Он знает, он тут каждый год катается. Уже лет, наверное, 10, больше даже. Будет жарко, я чувствую. Все, короче, погнали. Вперед ехать. Ну а что здесь ехать, может, все где? Здесь не тормози! Стой, 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 блядь! Вот так выглядит. Снизу фрирайдные трассы. Местами прям такой пухляк. Доска тонет прям. Чух, так плавненько, ништяк.